Яков Кривет, своя Мандида. И сегодня будет сравнение Король Лев, как Симба возвращается домой и видит, что Шрам дерется с Араби. Приятного просмотра! Здесь, Шрам. Где же твои охотницы? Они совсем разленились. Шрам, тут нет пищи. Стада ушли отсюда. Нет, вы просто плохо ищете. Все кончено. Не осталось ничего живого. Единственный выход – покинуть скалу предков. Мы никуда не уйдем. Но для нас это равносильно смерти. Ну и наплевать. Так нельзя делать. Я ведь король, мне можно все, что хочу. Если бы как король ты походил на Муфасу... Как король? Я в 100 раз лучше Муфасы! Муфаса, нет, ты умер. Муфаса? Нет, это я. Симба, значит, ты жив. Как же это вышло? Это не важно. Я дома. Симба? Симба! Ой, я слегка удивлен, что вижу тебя живым. Разве я буду не прав, разорвав тебя на части? О, Симба, ты должен понять, время правления королевством... Оно уже не твое. Отрекись, Шрам. О, да, я бы, конечно, отрекся, если бы не одно обстоятельство. Ты их видишь? Они считают, что я... Сараби, ну кому нужны эти жертвы? Просто стань моей королевой и все. Ради чего ты страдаешь? В память о том, кого давно нет и кого ты когда-то любила? Я хочу, чтобы ты поняла, каким должен быть настоящий король. Шрам, настоящий король знает. Сила в сострадании. Да я стою десятка таких вот Муфас! Даже не смей равнять себя с Муфасой. Я здесь, мама. Я дома. Симба, как я рад тебя видеть. Живым. Если хоть одна причина мне не растерзать тебя. Их великое множество. Видишь ли, для них король я. На самом раз в новом видео, то подписывайтесь на канал, ведь до 100 подписчиков, но совсем чуть-чуть. И пишите в комментариях, какое сделать мне еще сравнение. До новых встреч, ребята. А с вами была Матильда.